Локация. Готов. Написано ready, это интересно. А вот что-то там live starting. Ну, во. Шок на свой канал. Так, ну я, короче, регаю. Ага. Что-то 20% распродажа на что? На стильный сундук. А тут, типа, позы и редкие эти граффити. Блин, 40 всего стоит сейчас, ты прикинь, 40. Да. То есть я могу купить 4, точнее. Так. Ну где же Рега? Бля, как у меня босс не видит противник. Это всегда так, когда слышишь свой голос. Тебе просто лом. Иксы, что пикаем? Ну, киви. Смазку. А. Смазочка. Ой, надеюсь, у нас будет не инь. Не, ну не надо. У нас танка нет. Да. Может, мне на тенка? Не-н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 е-
А, чаёк. Полкеп, чебурек. А нам глянуть, когда у меня это. 10 уровня разница будет. И что-то печаль, что у нас Лиан первого уровня. Это как-то прям, я бы сказал, не айс. Блин, у них стрикс. Будет сидеть кемперить, наверное. О, ну у них терминус, зато, наверное, первый или второй раз играет. Ты это, стрикс можешь поносить их, но если он кемперить будет. Да я не буду, я буду в центре бегать. Если он будет подходить поближе, будет огребать. Подойдет взять, взять. Кстати, мы вход давно с тобой не играли. Уже завтра вечерком. Можно. Сам меня на ход подсадил. Но у меня пока есть 3 свободных дня. А дальше что потом? Потом подруга. Подруги. Нет, чтобы задросить, а то ты по-другому ходишь. Хилку? Все есть, вижу. У меня 4 хп, прикинь, у меня 4 хп было ровно. Да, оу, Виктор. Прям удивительно. У них прижигание там? У них 2 прижигания, да. Ясно, все. У нас Лям еще стоит снайперит. Стрикс.
Чё за нафиг? Так, я их не это буду. Терминатора. Так, я взял второе прижигание. Катина. Надо стрикса напрягать. Он на одном месте сидит, даже никуда не ходит. Так, сейчас повешу на тебя. Повесил. Ну ты просто пока док тут был, я на танк вешал. Да ну нафиг. Да. Что-то как-то не идет. Опять там был скалпы с даблом. Что-то... Да откуда столько дамага, я понять не могу. Стрик что ли все раздамаживает? Да. Можно меточку? Так, тебе это поднимает вилка. Катик. Чуть далековато убежал. А ну нахер, как так? Как меня бесит этот стрикс. Так, все, я пошел за стриксом. Не вижу. Так, сука, я его убил. Он тебе хилка висит, пока подожди. Сзади вилка подвешенная. Да. Так, стрикс опять там сидит. Thank you.
Дай стан. Ладно, вот сейчас хоть чуть-чуть пошло. Не, здесь уже не умирать. Там ну, отставание большое. Да. Ай, ай, стан прям под Стрикса. Черт. Ну что, у меня наш терминус лысый? Не знаю. У меня сейчас терминус был лысый. Эх, хайрезен. Угу. Я еще на вас глюки. Как елочки бегали с ним вокруг. Хм. Неплохой Стрикс. Так, кто там еще есть? Просто его никто не напрягал. Осада. Досада. Так, я вилку. Осада, досада. Хм, а я знаю, кого это. Ну, хил или танк, например. Чё, ну ладно. Не, ну это, конечно, танк странный взял состав, но ладно. Как бы у нас такой... Полтора танка, полтора хила. Но это лучше, чем 0 танков, он хилов. У них пив. У них тоже хил. У них все Шалинь, Андрокус. Блин, вот Андрокус, я думаю, будет меня, наверное, доставать. Ой, здоров. Спасибо. Шалинь золотой. Ты хоть музычку включи на YouTube. М? Хоть музычку на YouTube включи. Музычку? Ну-ка скажи что-нибудь. Я? Так, тебе бы... Да. А так нормально. Пип с прижиганием. I mean, this can't be against the rules now. I don't fucking...
Get the nigga that did designer ad libs. Get him on the phone, cause this is about to be lit. Like a pen. Hey! I got hoes up in Brooklyn. My Jamaican bitch, they be cooking. She sit me down at the table. I let you know how I was looking. Rice and peas, macaroni, cheese, collard greens. No, she don't bullshit. She Steph Curry with the curry chicken. She just make a whole bunch of good dish. I've been at the golf. I got the right sitting on the tall truck. And they hit me with some Benzie. Can give me them rock paper bags. Give me more bucks. I go and find a secure line with my dogs. Это в сторонке нет. Спасибо, пишет, я на него отвлекаюсь. Какой Сева? Да он мне пишет. Такой типа, я тебя не отвлекаю? Вот так сосед цветочек. Ой. Блин, Сева, я пока читал, что ты мне пишешь, меня убили. Вот так вот Сева заражает бомбалами. Сева, я хватаю не экран. Все, все, я не читаю, что он пишет. Я не знаю, почему ты видишь хоть стримы с Севом, но хватаю я игру. Иди, Сева. На тяжко выпался. Изи, блин. О, господи, строчит и строчит. Сева, Сева. Что именно? О, Сева пишет, что ли? Угу. Хватит писать, значит, Сева. А он смотрит, что ли? Наверное. Ой. Что-то у меня, когда музыку включила, мне начало немножко подлагивать. Странно. Thank you.
танк. Ультимейт сейчас будет. Отлично, давай. Подожди, не надо, не надо. Во-во-во, очень хорошо. Пипа-танк. Пипа-танк? Это я сейчас сидя стану. Он стоит на точке больше, чем их танк. Я взял за это, за выжигание душ, пополнение хп. У меня там по 3 хп сейчас. Ой, это бесполезная карта. Сзади кто-то заходит. Нет, нет, почему? Сразу не сдыхать. Ты это видел? Ты видел это? Терминус, короче. Мако обогнался, и Терминус туда-сюда летал в разные стороны. Ага. Он что-то не сразу начал собираться, я убил его. Так, у меня сейчас ультимейт будет. Отлично. Там их сейчас вроде как можно стянуть. Да. Есть ульта. Давай на танка, кидай, 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 кидай ульту, кидай. Я сейчас... Кидаю. Блять, подумай, и всё там. Хотя давай их убью. Не, почему бесполезная карта? Я благодаря этой карте очень жирненький такой. Блин, не за... Близи. Там серия около 30-ки была опять. Это мы ультуем? Наверное. Да-да-да, смотри. Двоих. Я застал, посмотри. Я не лучший урон, чё? У них тайра на дамаже. Я убил зато 21-го. Так... У меня там до 14 вилки, ой, вообще чуть-чуть осталось, 27 тысяч опыта. Ты наркоман отбитый.
почему? А у меня... Это ты песню меньше стыдил? Эту? Ну да, потому что ты наркоман отбитый. Не знаю. Да нет, я... это у меня. Давно еще. Нет? Я просто ее тебе кидал сейчас. Захожу в ней. Да, там все пишут, что наркоман отбитый. Звук потише. Это шумит. Кто пишет? Потому что наркоман отбитый. Звук почини, шумит, пипец. Ха-ха-ха. А, это Сева, наверное, да? Ага. Интересно, за кого дается наследница дома Айко? Так, ну станка нет. Ну, конечно, Пип у нас такой хил. У них вообще нет хила. И Барик. О, у нас... Пофикшенный Барик. А че у него пофиксили? Ну, урон пушек пофиксили. Хреново. Кто он без своих пушек? Жирный гном. Ну, не особо-то и жирный он. Ник у него еще тащу с детства. Тащу с детства. Бариком далеко он не затащит. Правда, он, смотри, король бомб 15-й. И Андрокус 14-й. Еще неплохо, еще и с платину. Нас сейчас смотрят 3 человека. Сева, я и ты. Походу. Не, я не смотрю. Мысли тут вообще никого не... Ага, понял. А чё стоят на флангу? Чё-то я не в тот район зашёл. Ну ты там лучше это на точке там ошивайся. Да что-то все бегают. Стоять на флангу на точке, если можно не стоять на точке. Я бы хильнулся, да, было бы хорошо. Тебе? Ну все, продолбали точку. Подожди, еще нет. Like.
Блин. Надеюсь, ты успеешь добежать. Ой, ё-моё. Блин. Кстати, Андрок сделал ту фигню, что о чем-то говорил. А, да? Он сейчас на мне. Он мне почти фул хп снял. Упс. Три ульты. Как так можно? Ого-го. Я сейчас четко вообще туда закинул семечки. Никита! Да-да-да, я вижу. Точнее слышу, что ты надо сейчас. Блин. Как меня быстро-то. Надо сразу же бежать. Только начался раунд, сразу побежал. Excuse me.
его уберем. Блин, там Андрок из шотный вообще справа. Доставили. Грусть доставлена. Ты тут? Да-да. Побежали. Давай, спал. Так, они справа. Ну ты стой. Стой на точке лучше. А на что овертайм-то? Потому что кто-то из них встал на точку. Стоишь? Да, я стою. Отлично. Гей, изи. Ой, я опять лучше момент. А, это вот, это перед самым этим, смотри, сейчас будет. А накинула ульту, я так. Ты как раз Кэрос говорил, три ульты задолбали. Так. Что там? Много я умер. И я. О, у меня вилка 14-я. А, это минус 5. О, сразу голды подсыпали. Так, теперь можно. Вот так. Что, опять смазку хочешь? Угу. Только держи меня все время в поле видимости, чтобы кинуть метку. Ты всегда стараешься в поле видимости держать, но меня убивает. И тоже гоняет тебе. Чё Тайра стал? Или там ничего не яхтали? Тайру там ничего не яхтали? Чё Тайру? Тайру ничего там не яхтали? Нет. Что он в каждой карте стал? Немножко поднерфили. А. У нее там с вампиризмом был ап.
Она все равно у нее вот эта вот лужа огня бешеный урон наносит. Танка у нас нету. Придется прижигание брать, у них два хила. Готов. Написано рейди, это интересно. А вот что-то там лайф стартинг. Во. Ссылку на свой канал. Так, ну я, короче, регаю. Ага. Что-то 20% распродажа на что? На стильный сундук. А тут, типа, позы и редкие эти граффити. Блин, 40 всего стоит сейчас, ты прикинь, 40. Да. То есть я могу купить 3, точнее. Да. Так. Ну где же Рега? Ля, как у меня голос не видит, противник. Это всегда так, когда слышишь свой голос. Тебе по словам Никсы, что пикаем? Ну, Киви. Смазку. А. Смазочка. Ой, надеюсь, у нас будет не инь. Не, ну не надо. У нас танка нет. Да. Уж мне на ТНК. Не-н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 е-
Ой, чаёк. Полки к чебурек. А нам глянуть, когда у меня это. 10 уровня танцы будет. И что-то печаль, что у нас Лиан первого уровня. Ты как-то прям, я бы сказал, не айс. Блин, у них стрикс. Будет сидеть кемперит, наверное. О, ну у них терминус, зато, наверное, первый или второй раз играет. Ты это, стрикс можешь поносить их, да. Если он кемперит будет. Оу. Что покажешь? Да я закупался. Дай метку. КД. Хрен оттуда выкурюсь. Тупо дамага не хватает. Ну да, вот здесь бы вилку туда, их просто всех в центре раскидывать. Ой, блин, я чё нажал? Я не ульту нажал.
Вижу, 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 вижу. Кстати, видишь? Подожди, что-то этот щиток не спадает. Кстати. А, не спал. Да, мы их убили. А мы их прогнали. Надолго. Блин. У нас баг хоть стал, что-то делаешь. Это бот, наверное, сейчас посмотрим, что он делает. Я третье предложение взял. Понятно, подвесили. Пипец, счет 7-7. Кстати, интересная страта. Никого не подпускать. И вот так вот. Чтобы им приходится сбоку обходить. Эх, лоб, хрен пробьешь. Я за не убил. Да я их почти там, блин, убил. Меня убили. Подвесили, убили. Туда катанулся. Так, ладно, надо побыстрее, чтобы эта херня закончилось. Дебаку репорт кинуть. Ага, вот мы как выглядим. Угу. Ну тогда баг 13 тысяч дамага. Ноль просто. Один раздох. Будем надеяться, нормально будет какой-нибудь сетапчик. О, 11 тысяч осталось. Докопить до тебя. До Торвальда. Так, Баку. Баку на выход из игры надо. Я не знаю, что вообще эти репорты делают, конечно. Ну, может, так для галочки поставили. Ты там нажал? Принял? Да. Мы ебали, где я. Лексу недолго до 11-го, в принципе.
придумал, надо за Мелдембу сыграть. Да, давно ты за него не играл. Регом. Че ты там делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, я блин, тут не для Мелдембы карта, конечно. Ну что, опять через маску? Да. Блин, у них это взяли. Че, Дженнес никто не взял? Да не Дженнес, у них Хейн. Наша Хейн. У Сурона нет. Ой, да и ладно. Хотя... Да ладно, не, норм. Да то танк будет. Я думаю, может Вилку лучше, если бы было бы. Тебе бы лучше здесь было бы Вилку взять? Ну нет, тут просто такая карта, тут все бегают, блин, в центре мало стоят, поэтому Вилкой особо тут не раздамажишь. Вот на прошлой карте я бы за Вилку там пожестил. Надо было Вилку тогда пикать, а не Лекса. Лекса мне там просто тупо нечего было, как их там, они все пятером стоят, и как мне их... Ничего. Избранный Виконна, Мелдемба 20. Угу. Пиротехник русский. Кто пирот... А. У нас тоже терминус русский, смотрю, не уник берсеркер, блять. Берсеркер. Значит, он по-любому будет тупой бегать, махать топором во все стороны. Шуточки за 300. Да не, ну а чё? По-любому играл Вовку. Фух. А чё, в линейку не хочешь попробовать? Не-не-не-не-не-не. Какая линейка? Вроде должна это выйти, короче. Lineage Eternal вроде называется. Там, короче, она будет типа Diablo. И как я смотрел по трейлерам, еще как в прошлом году или позапрошлом, там графика будет крутая и вообще типа вроде прикольно. Вот. А надо, кстати, посмотреть. Но мне кажется, наверное, она еще не вышла. Ну вот если выйдет, наверное, если там будет онлайн, это вообще будет классно. Мне просто нравятся такие игрушки. Прикольно. Хотя мы Сева еще даже Гримдаун-то не допрошли. Мы там побегали половину, немножко занаркоманили с билдами. Что, запороли? Не-не. Там сделали так, что схилы можно без КД юзать, короче. Постоянно, без затрат маных. Так, чё там у них? ЛДМ, значит, и Инь. У них тоже два хила, кстати, смотри. Ой, прижигание придется брать. А Сева не будет играть? Может, Сева возьмем? Во что? Слышишь? Сейчас в паладинце? Ну да. Да, мы с ним поиграли уже сегодня. Мы сидели с Катей, с ним играли. Я носом... А, это когда, когда я задремал, что ли? Угу. Метку. Трипл. Ха-ха. А тут персонально с тобой бегал. Ну хорошо. Убивай его нахрен. Ух, как меня сняли-то. Кто сюда? Стрикс. Бах. Следовательно, у них есть Стрикс. Ну,
У них дамба, наверное, думает, черт возьми, куда я попал. Что за нахер? Блин, не-не-не, не пойдем. Там Стрикс нас паглит уже. Блин, я в тебя метку не попал. Да, нас тут вроде никто не бил. Чем Дропуса спас? А он у них что, фидонит, что ли? Походу, я не знаю. Дамба тоже просто бегает на точку и ничего не делает. Ой. Больно. Я сзади тебя. А ты... Да, я вижу. Долбали меня раз. Я ничего не вижу. А. Я не понимаю, что происходит. Наша иншлит в КД орёт. Упси, упси. Упс, не уп. Ну это какой-то слишком изич какой-то. Че это пиздец все? Да как закончился, они там все болтают. А, это вот трипл в самом начале. It's a trap. Подожди, я дойду на пару минут. Хорошо. Минут максимум, может, один.
Никита, где ты? He's a nasty nigga. He's a nasty nigga. He's a nasty nigga. He's a trashy nigga. He's a nasty nigga. He's a trashy nigga. He's a nasty nigga. He's a nasty nigga. She ride it, she top me, she freaky, she body, she crazy, she violent, she dripping. It's fountain, I smack it, she pull it, she bite it, don't scratch it, it's target.
Фух, меня не было. Долго. Все, реагирую. Долго. Да, да я тут за чайком-то. Заставка упорно стоит. Не знаю, вилка. Я говорю, наркоманская вилка у тебя стоит. Ага. 5 зрителей. Так, натиск, погнали. Фикс. То опять так же, что ли? Покажем, что этот нигер может. Наверное. Если я не буду умирать. Этот нигер должен страдать. Сейчас он настрадается. Да просто зачем я отошел, мне тут подруга позвонила. Так, я же отключил контакт. А? Да, я контакт отключил, но шпакает все равно. Он сказал, что я спать пошел из контакта даже. А вдруг она смотрит эту трансляцию и знает, что я не ушел спать. Все, палево. Угу. Сирис. Но кто я такой, чтобы брать прижигание? Кстати, так, побежали сразу метку. Ты там? А, ну, как выбежал, например, ставлю. Ой, вилка жопа. Вилка это, ай. Ну, я немножечко просела, но вроде норм. Ой, Виктор, сука. Мухмей жестко. Да блин, что-то меня. Ай, второй раз я же даже забежать не успел. Ну-ка. Interior chop the turban, swerve in medallion diamond ice to serve in serious paychecks, cash advance, rubs hands but no bird man. Okay, bitch, all she want is romance. And my college bitch need a new apartment. Make them look at me together. Hello bitch, I'm ballin'. Yeah, bougie bitch, all she want is Hermes. And my college chick need a new apartment. Make them both come together, say it's all in. Hello bitch, I'm А за послушал трансляцию, и мне лучше почти не разговаривать. Ну какой дебильный микрофон оказывается? Не знаю, нормально вроде. Ай, метку, я сзади. Я на что там подпрыгнул. Так, я повешу. Так, я на тебя просто повесил, ты живешь там? Да, покажу. Не, нормально.
profit. Double up in a triple profit. In the Midwest, young Scotty, beat me up in the jet ride. Подвешивай Мэй. Мэй в зале сейчас будет для тебя. Витёк Wi-Fi раздаёт. Я его подвесил. Нормально будет. Так, просто не вздыхай, пока я там бегу. Я в Симате не видно, но зато видно, как все зеленые цифры силами сейчас. Я убил Виктора, но он не убил Ультой. И по башке две ракеты прилетел. Да, на тех убили. На тех его он мне вовремя вообще очень подхилил. Блин, убили. Ладно, время закупиться. Что, всех раскидали тут? О, кто-то по хп так снял. Ой. Что-то да, они нас встретили. Так, ну-ка, надо возвращаться на точку. Так.
Так, хил пока на Макову здесь. Наверное, Виктор будет бомбить на меня. Ну, чё ты его? Ой-ой-ой. Блин. Наив. Таким вы. Ульта там была, меня стянули. И стрелу мне взял. Легко он прыгает. Так, 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 380, 360. Ой, как не вовремя тьма. Долбанная темнота и долбанный Виктор. О-о-о-о. Он прям так отлетел в самый-самый последний момент. Видел? Прям головой отлетело, я лучший момент. Все эти последние игры вроде за Лексой лучший момент. Ё-моё, мне звонить Сева. Не вариант. Ты можешь там открывать хочешь? Не знаю. А ты можешь его добавить в Twitch? А, я его могу добавить. Стоять. Ну да, на задержкой. А? На сколько? Ну где-то минут по полтора. Да ладно. А качество нормальное? Ну я не на высоком. Блин, если зайду в контакт, полюсь, что я в контакте. Так. Кинул ему ссылку на Twitch. Может, он хочет поиграть тоже. Сейчас посмотрим. О, у меня скоро Лексус будет 11. Почему я пиздобол? Потому что не полторы минуты, а секунд 15 задержка. А я... Ну ладно, ок. А Сева, как качество норм? То есть ты не послушал, да, что я сейчас сказал? Не, я услышал про Никиту, а вот про качество я не слышал. Ну, кажется, 720 стоит. Какое 720? Тут еле 480. Да ладно. Не знаю, максимально. Максимальный скорость. Можно 720. Короче, смотреть. Хм. Вот. И звук. Чё со звуком? Я тебе писал, у тебя звук. Удали звук. Музыку не разговаривай вообще. Не разговаривай вообще. Не знаю, что-нибудь сделай с этим. Тебя нереально слушать. А, и кое-что еще. У тебя трансляция лагает. Лагает? Периодический пролет. А, это-то да. Это я знаю. Это я, когда что-то сворачиваю игру. У меня этот BRB-экран.
О, а это поэтому я тебе говорю, что у тебя, значит, не игра хватается. У тебя экран захватается. Нет, у меня в чем и дело, игра хватается. Когда я сворачиваю игру, у меня сразу берби экран. Если бы у меня хватался экраном, если бы я сворачивал, все бы видели, что я делаю, когда у меня свернуто. Да, это понятно. Вот о чем я тебе и говорю, что если ты хватаешь игру, то у тебя будет хвататься игра. Или это от игры зависит? Не знаю, это, ну, это X-Split, короче, он вот так. Ты что, короче, будешь играть? Ну, пойдем, да, чё? Давай, заходи. Тут какая-то нигерша стримит. У нее 20 человек. Нигерша? Ну, тут другие трансляции на канале Паладин. А-а-а. Тут стримит какая-то нигерша. Это все потому, что она черная. Да, поэтому у нее 20 просмотров. Ох, как я люблю российский. 20 других черных людей. Black translation. Ты... Чё? Постарайся ничего больше не говорить на английском языке. Ладно. Ну это я так специально сказал. Да, специально. Ну и давай, какое слово? Ну давай, трансляция. Переведи мне трансляция. Трансляция? Ну, translation. А, нет, нет, нет. Хотя нет, так и будет translation. Хотя нет, подожди, это же перевести. Это чё? Он отключился. Он отключился. Сева? Да. А куда он отключился? Но он в команде. Я не знаю, почему. Может, у него счёт с ноутбуком? Ну-ка, напишем ему в игре. Хотя в игре, чтобы он еще и смотрел чат. Я схожу, посмотрю на нигерскую трансляцию. А ты чё меня, Никита, кикнул? Я тебя не кикал. Я регаю. А чё Никита кикнул меня? Не знаю, он сказал, что ты пропал. Я тебя не кикал. Я регаю. Нормальный вообще. Да не кикал я тебя. Я тебя кикать не могу. Ты только сам можешь здесь видеть. Как я тебя... Да, конечно. Мы с тобой не в беседке. Ну да. Ну, браво. Что, как это, трансляция? М? Илюха, давай, как трансляция будет по-английски? Давай! Давай, гугли! Гугли! Так, подожди, сначала. Подожди. Быстрее гугли! Подожди. У тебя получится. Окей, Гугл. Ты даже это слово знаешь, Google Карл. Переводчик. Так, введите текст. Так. Будешь очень сильно удивлен, мне кажется. Бродкаст. Ну, почти. Чего почти, слышь? Я на телефоне только что загуглил. Мне сказали бродкаст. Ты бродкаст — это немножко неправильно, ну, неправильная тема. То есть бродкаст — это когда ты... Ну, короче, это не то, чем ты занимаешься сейчас. Ты стримишь, Карл. Стрим. А, ну, кстати, да. Ладно, досада, досада. Глупый Илья, глупый. Так, все, я буду хилить. Хиль. Сева, ты тоже хочешь хилить? Я буду ДД. Мама, я ДД. Тогда я так буду. Мама, я глупый. Ты так будешь хилить? Хорошо. Но я мама ДД. Ты мама ДД? Ты мама всех ДД? Ну, такие, да. ДД мама. Я рачок. Так что это, давай, катать. Так, Сева. Так, почему мы остановились? У Севы мама ДД? Угу. Так, Сева, короче, тебе надо полкило подгорания и полкило несливания.
Сможешь? Ну, по полкило, может быть, могу, но нет. Но не более. Давай не будем. Не, ну смотри, у них Скай нулевая, Тайра нулевая, Фернандо Эш вторые. Господи. У них Херес нулевая. Я, короче, буду Херес нулевать. Я буду заходить ей в спину и, это там, медленно-медленно входить. У тебя 6-й левел Херес, у нее 17-й левел Херес. Я думаю, да, здесь... я буду ей заходить в спину. О нет. Она будет не ожидать хила в спине. Я думаю, она зайдет к тебе сзади. Чувак, она соло хил. И чё? Она будет метаться между двумя танками, а я тоже соло хил, она будет не ожидать, что я возьму и зайду к ней в спину. Медленно, нежно. Нет, нет, давай медленно, давай быстро и грубо к ней просто так. Быстро и грубо заходить? Ты любишь быстро и грубо? Когда тебя заходит быстро и грубо? Плохие у тебя преференсы, Илья, плохие. Шутки у тебя хуёвые. Ты просто их не понимаешь, они на другом языке. Он говорит, что с подругами гуляет. Он говорит, что с подругами гуляет. Погнали. Сева, ты почему меня не хилишь? Ой, я не поюзнул. Тебя еще и хилить надо? Может, мне еще, не знаю, там... станцевать для тебя? А что ты можешь? Танцевать? Я ж бывалый танцор. Я, короче, не того хильнул, и там кто-то умер. А типа на точке у нас там как? Хочет кто-нибудь постоять там? Ну... На точке мы уже все потеряли, все. Блин, я не тот билд взял, ну ладно. А какой ты взял билд? Хил? Надо было ДД билд взять, а я взял хилище. У них вроде есть Скай, я что-то ее вообще не чувствую. Она, потому что она входит не жестко. Она входит не в того, да? А, она на турельке бьет. А она случайно дамаг не на турельке взяла? Я очень не удивлюсь. Нет, Скай прижигание взяла. Как я кого-то убил. Что с ней не так? Что с Серес не так у них? У них там, в принципе, со всеми чуть не алё. А я пея. Вот сделать бы мне бодроп, как у Бака. Что бы тебе сделать? Дробь как у Бака. Они быстрее тебе кнопку красную нажмут. Это как? Блять. Да есть такая, короче, местная шуточка про красную кнопку. Я не в курсе. Ну и тебе, оно и не надо. Да, это. Зачем тебе шуточка про красную кнопку? Вот на кого я сейчас покажу, тот. Ловушка. Это ловушка. Это ловушка. Почему я слышу от кого-то там, что происходит? Кто смотрит стрим свой собственный? Не знаю, я смотрю. Я смотрю. Блять, как это было громко. Вот и... Мне обязательно. Не надо, Никита, не делай так больше. Мне страшно. Никита, как? Да не надо так делать. Я просто наушник. Нет. Сэнпай. А где Никита, кстати, вообще? За кого он играет?
Никита, нет, ты что, ты наушники что ли снял? Да. Только не отвечай, кивни. Кивни. Одень их назад, пожалуйста. Ты пиздец какой другой. Лола, я думаю. Сейчас. Никита, скажи. Ты его потише сделал, что его теперь совсем вообще не слышно. Не знаю, но надеюсь. Я наушники одел обратно. Фух, фух. Ты их вообще снимал? Да. Просто не на ноуте микрофон лучше, чем. А в трансляции у меня голос спортивный. Поверь, сейчас у тебя стало все намного хуже. Тебе не понравился твой голос, и именно поэтому ты надел наушники. Снял наушники. Ну, там, короче, когда пропел, но я такой не выхиливаю. Да. Да, именно поэтому. Всем мой голос нравится. А кому не нравится, там надо, чтобы голос понравился. Вы поняли шутку, а? А ты? Если бы я еще шутил. Ну что, серьезно? Дайте хоть ульту заюзаю, что ли. Вот именно под твои слова я заюзал свою ульту. Короче, МВП, я вообще просто самый МВПшный МВП. Конечно, конечно, да, смотри, наслаждайся. Да понятно, что ты там надамажил, ты себе письку можешь надамажить. Ты смотри сейчас, смотри, они все стоят кучей такой. Просто все сели жопы на этот, на 7. Да, он чат вообще не читает, ему по барабану. А что в чате кто пишет? Вывести в натуре. Выведи чат. Ну там люди периодически пишут. Я слышал. Я слышал, это полезно, там, знаешь, социализироваться. Интересно, что за рип-куб? Ну ладно, привет, чувак. Погнали. Вечер в хату. Это стрим заедает или у меня лаги? Не, это он свернул. Это, короче, когда я там сворачиваю, там картиночка такая вешается. Чат, да. Понятно. А еще у тебя, чувак, задержка большая, поэтому... Задержка? Ну, я не знаю, я там поставил, типа, чтоб, ну, нормальная такая. Для друзей просто Рубик. Рубик-кубик. Так, осада. Дота. Смотри, у нас... Пидор 1488. У нас Сева опять вышел. Сейчас будет орать, что я его выкинул. Господи. Я его не выкинул. Бля, он еще вилку взял. Ладно, давай я похилю. А, Сева за серис. И что мне делать? Сева, вернись, я тебе все прощу. Часик в радость, чефир в сладость. Никита, я не понял. Хватит мне кикать. Я тебя не кикаю. Сева, ты сам кикаешь. Смотри, против нас Оксимирон. Черт возьми, это будет батл. Оксимирон. А ты слышал? Ты слышал, Оксимирона избили 5 комцентров в Питере? Да, было у него такое. А еще он... Не, подожди, не Оксимирон, а Гнойного. А, Гнойного? А, Оксимирон не Гнойный. Мне вообще по барабану, я вообще не знаю, кто это такие, зачем они. Ну, зачем-то они. Так. Сколько у тебя задержка? Слушай, у меня задержка где-то секунд 15. Знаешь, сколько у тебя задержка? Твоей девушки. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня нету так, девушки. Так. У них танк пол один. У них два танка. И нет хила. Отлично. У них нет хила? Угу. Поэтому... Ты как купаем прижигание. Гене брать не надо. Поэтому берем шальные пальчики. О, у нас Скай взяла прижигание. Топыч.
Сжигание, брать. Хорош. Интересно посмотреть, что там стример этот, который Нигер стримит. Наверное. Почему у меня такое ощущение, что они сейчас сбоку зайдут? Почему я абсолютно угадал? Да. Как enemy? Я же это убил только что. Я ж первый. А, нет, я не первый. Мама, 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 как же больно! У кого нет девушки, вступайте в мою тиму неудачников. Значит, такое ощущение, что мы все вступим в твою тиму неудачников. Хотя не, Илья, он такой, он по парням больше. Сука. Ладно, это был хороший подъём. Не, он вроде с девушками. Подъем засчитан, Сева. Ну, в общем-то, как и всегда. А-за-за. Ладно. Блин, слушай, правда, короче, сложно читать чат одновременно и играть. Я все думал, что это вранье и это, и провокация, а нет? У меня 130 хп. Скажи мне расизм. Благодарствую. Ну, ты видишь, у нас, короче, игрок черный. Поэтому, да. Поэтому нет расизма, да, по-любому. Скажем, нет расизма и неграм. Ну вот, не будет негров, не будет и расизма. Все просто. Почему? А как же гребаные мексикашки? Я вообще их видел. Карл. Не знаю, но судя Соус Парку и Гриффинам, они... Они бесячие. Они даже черные. Блин. Не путай их. Это, короче, это американские... Ну как, они такие. Испанцы, они... Ну, и испанцы, мексиканцы, все цыгане. У нас что, вечер расизма, цыгане, что ли? Если ты цыгане видел, ты знаешь, кто это такие. Убили. Че... Если танк в тебя идет, его не убежать. Почему? Тебя в лагере бабником так называли. Даже три девушки на примете. Нельзя быть бабником, но бабником быть плохо. За дружбу с геями и цыганами. Неплохо ты их, конечно, объединил под одну, но в принципе все верно. Ну за дружбу, ну хотя, почему бы и нет. Дружба, она всегда хорошо. Давайте делать друзей. Делать? А, именно. Блин. Ручками, ручками. Кривый. Да хорош, хватит иммуниться, парень. Илюк, давай убивай, надоело. Да я убиваю их? Блин, и меня убили. Мы тебя убили, а вот меня не убили. Потому? А? А? Это у меня к тебе должен быть, Сева, такой вопрос, да. Почему меня убили? Почему? Нет, нереально от этого убежать было. Не, наоборот, бабником быть хорошо, если одна баба закончилась, ты нашел другую. Я мастер комплиментов. Ну, что могу тебе сказать? Может быть, когда-нибудь ты найдешь ту одну и будешь только с ней, но это уже совсем другая история. У нас есть что, ламповый вечер, что ли? Нет, я просто пытаюсь быть добрым, хотя это вранье и провокация. Да. Да-да-да! Почему у меня горит, Сева, у тебя нет? Потому что я отвлекаюсь от игры очень часто. Поэтому у меня и горит, да? Меня уже убили 4 раза. 25. Блин, он был бы у меня микрофон, я просто на Twitch пошел. А у меня микрофон даже нет. У меня почему-то в Twitch трансляции не сохраняются. А они не будут сохраняться, если ты не поставишь там галку. А я пытался искать, но что-то не нашел, короче. Не, там галку надо поставить, чтобы можно было сохранять трансляции. А зачем тебе старые? Не знаю, ну просто, как знаешь, память. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Я что-то не увидел, короче, что меня мочили. Хоть я и хожу в качалку и вешу 80. Оф.
Жирный. Поезд пассажирный. Так. Как можно быть таким жирным? 80 килограмм. О чем ты? Да, Илья, это я про тебя. Не, я сейчас меньше вешу. Я сейчас где-то... А что ты меньше ты весишь? 7... Ты же вроде жирным был тоже. Да не был я жирным. Ну как? Ты в качалку ходил тоже. Ну я сейчас 74 где-то я сейчас вешу. Зачем ты его палишь? 174 при росте 170? А почему что, у меня опять залагало, что ли? Я отвечу нет. Мяу. Да не, Нойзи, что ли, не помнишь? У него песенка там всякая дела. Бля. Так. Никита, ты не лезь куда не трогаю, не требую. Куда не трогают? Не трогают. Сева, а где тут трогают? Я его кикнул. Но я его не кикнул. А я знаю, почему он отключается. Он нестабилен. Бля, и меня убили. Да, можно, наверное. Слушай, попробуй. Хорошо. А тут просто чел спрашивает, можно ли материться. Сева вообще что-то стоит на респе. Он почему-то вылетел, но он уверен, что я его кикаю. Хотя я не могу его кикать отсюда. Блин, вот он сейчас ничего не делает и... Ну, короче, точку просрали. У меня, короче, какой-то бред. Меня из разговора кикают. Можно попробовать. Да я не могу тебя тут... Не разговор. Нет, меня просто кикают из разговора. Понятно, что ты меня не можешь кикнуть. Я же... Ну, шутка, ну. Ой. Прибавка всего. Можно попробовать, Сева, тогда это не через разговор, а через беседу. Ну, это в пати зайти в ламповое. Ну да, можно спокойно. Там, я думаю, там Лекс, короче, нам настреливает вообще только в путь. Там меня, если бы кто-нибудь подхиливал сейчас, вот, например. Ваш голос. Да, кстати, такая есть возможность. Это потому что разговор. Он хреново транслируется. Не представляешь, ну, короче, есть разговорник Твича. Это я вот недавно сам узнал, и вот ребята меня туда затащили. Такое ощущение, что я как будто стримлю, а не я. Ну да, ты это я так часто понял. Пацан добрый, который читает чат, это... Он не добрый. А как зовут пацана, который добрый читает чат? Он на самом деле... Вот серьезно, походу мне стримить надо начать. Он на самом деле очень злой. Я злой, не. Я просто только не хилю. Ой, я, короче, не того хилю. И защита не удалась. Ну что за нахер? О, Сева, у тебя милый голос. У меня милый голос. Хреново дела. Вот что сказать. Сева, я походу знаю, какой у тебя комьюнити будет под твои стримы. Я очень фигово. Такое, знаешь, радужное. Он, короче, пидер, который притворяется добрым или что-то не так. Хорошая шутка. Чем у тебя будет комьюнити 15-летних девочек? Да нет, 15-летних мальчиков. Короче, ты знаешь, что могу тебе сказать? 15-летние мальчики донатят относительно других. Так что не надо тут. Они тебе так задонатят, Сева, они тебе так задонатят. Мы будем богаты. Я ручую. Нет, это, конечно, все неправильно. Блин, как больно, а. Сева, у меня брата так зовут. Дурдрала. Почему? Хил. Да я тебя хилю по КД. Понимаешь, там просто с правой стороны на тебя это лезут пацаны. Сева, из-за тебя кто-то на стула ёбнулся. Да короче, блин, я не успеваю смотреть всюду. Надо переставать чат читать. А 15-летние девушки могут что?
Отработать. Понял. Могут отработать. За это сажают только. Ну, да, отработать могут. Не, ну почему? ГГ. О, открыто достижение. Изи. Friends Ой, Forever слушай, Platinum. Тебя уже 5 человек смотрят. Да, ты представляешь вообще, да? Всё. Я понял, это, короче, все из-за меня. Нет, ты представляешь, сегодня аж 7 человек был на какой-то момент. 7, Карл. Ну, я думаю, это когда ты запустил. Не знаю. У тебя же там все-таки есть какие-то последствия? Да, ну, кстати... Смотри. Меня не посадят на 8 лет, потому что я не живу в России. Мне от этого хорошо очень. Не, ну, в принципе, если 15-летняя девочка заверит у нотариуса документ, что она сама лично хочет отсосать у тебя, то, в принципе, тогда тебя не посадят. Чё за жесть? Слушай, не, Илюх, у тебя очень сильно голос лагает. Голос? Угу. Не знаю. Пошли в ламповое пати, там лучше. Ну и меня кикать оттуда хотя бы не будет. Ко мне добавился пидор. Ну пошли сейчас. Я не хочу его принимать. Так, ладно, я тогда покручу. Задержка ровно. Секунд вообще. Ага. Вот только из-за села. Угу. От случайно девочка? Рубку. Не, это девочка или мальчик? Рубикуб. Ну, кубик Рубика. Почему девочка не может быть кубик Рубиком? Может, у нее все закручено в жизни? Почему здесь, кстати, так тихо слышно? Нормально слышно. Не, у меня вот в разговоре прям совсем громко было, а здесь очень-очень тихо. Ну, не знаю, подредактирую. Нет, вы оба прям совсем тихо. Ну тогда что, я погромче просто сделаю. Если начнет орать и эхо начнется, я не виноват, это вы. Ой, а что так громко? Давай еще разочек. О, 22-я. Здесь хотя бы не лагает. Не называй меня кубиком Рубиком, я не кубик Рубика. Что? А кто ты? Не называй меня кубиком Рубиком. Я Рубик Кубик, ты Рубик Кубик, а не кубик Рубиком, да? Что? А, Рубкуб для друзей просто Рубик. Ну, чё, ты же сказал Рубик. Ну, вот я тебя Рубиком называю, почему бы и нет. Сам виноват. Сам назвался. Почему ты так назван? Его мама назвала. Будет очень фигово, если человека с детства назвали Рубиком. Может, он любит всех рубить? Это никнейм. Если меня там кто-то кубиком. Ты кто такой? Может, ты маньяк какой? Нет, тебя кубиком не называл никто, Рубиком был. А ты любишь рубить людей? Это оглашать не обязательно. Это очень тихонечко так, на Никиту. Никита, ты же не смотришь стрим, да? Смотрю. Фигово быть тобой. Ты коммент еще не смотри. А что там? Да ничего. Говорят, ты хороший мальчик. Кто тут хороший мальчик? А у них... А, не, у них есть хил. Ну, а такой фиговый. Фиговый хил, да не, нормальный. Не лучший, конечно, но неплохой. Побежали. Никита, мне по барабану. Никита, я Никита, вижу Никита, хила... Никита. Не беру прижигание. Азаза. Ай, хилить же надо. Точно. Вот там опять успели убить. Так. Ой, как хитрежски больно. Офигеть! Чувак, живи! Пофиг.
Главное, танк выжил. Я не знаю, как он выжил, но он выжил. Я не выжил. Да ты не танк. А кто я? Ты инженер. Через что вы общаетесь? Я же тебе сказал, мы общаемся через какую-то программу Twitch. Да. Ну, в смысле, понятно, что Twitch это стрим, но там еще, оказывается, есть разговор. Да, там можно разговаривать. Вот, и... Что-то ребятам не нравятся нормальные Дискорды, Скайпы и так далее. Ну, Скайп, понятно, что фигня. Дискорд вообще хорош. Почему они не в Дискорде, я вообще не понимаю. Почему Сева мы здесь, это во всем виновата Катя. Ну и какого хрена? Удали Катю. Она бесполезна. Ну, в смысле, понятно, что она полезна, она Катя. Но... Играет она вроде не сильно плохо. Я играю в 1000 раз хуже. Но, Карл, Твич, Твич. Ну, блин, но так вышло. Лагает, у него нету фильтрации звука, у него нету ничего вообще. Как можно в Твиче сидеть? Не знаю, нормально. Я уже привык. Чё там про меня говорили? Да ничего там про тебя нету, нормально все. А почему плохо быть мной? Конечно. Катя же именно для этого только и нужна. Зачем для другого Катя? Катя, Катя, Катичка. Так. Эй, хорош хукать тут, а? Стежок, ёпт. Пуджа играет. Ю-ю-ю, больно-больно. Блин. Пацаны, мне ногу оторвало. Я честно, я прям вот... Мне ебало оторвало сейчас. Ногу ему. Давайте, мы должны довести. Не, мы тут прям вообще овнем. Что-то как-то прям совсем овнем-овнем. Изи. Пацаны, я ног не чувствую. Конечно, про Никиту только хорошее говорить. Про живых только хорошее. Да нет, это про мертвых. Илья, твою мать, не порти шутку. Так. Взять 4 выживания жизни? Сюда надо укрытие. Блин, 600 не хватает на укрытие. Скройся. Ты теперь только на YouTube будешь стримить? Да, он всегда только на YouTube стримил, нет, потому что я ему туда вообще, стрим поставил. Вообще-то нет, вообще-то я сначала же на Twitch. Помнишь, мы тестировали с Twitch'ом, Сева? Ну, понятно, изначально мы тестировали на Twitch, но на Twitch у тебя не получилось. Да ты... нет, у меня все получилось, там просто трансляция не сохранялась. Ну, бред, ты, короче, у тебя что-то не получилось, и поэтому... Ай-яй-яй. И поэтому ты начал на Ютубе. Я тебе на Ютубе, в конце концов, мы поставили тебе трансляцию. Вот, ну и, понимаешь, с Ютубом там париться вообще не надо, то есть... Mm-hmm. Она есть и есть, все. Буквально нажать одну кнопку, и она там остается. И париться не надо, все стоит за тебя. Ну там проблема, там тяжело. Сам, блин. У всех стоит за тебя. Я ничего делать не могу, мне надо, чтобы меня кто-то ударил. Ударьте меня, ударьте. Пацаны! Ну выстрелите в меня! Зачем? Вот. Ну... Там беда просто. У меня лошадь подзаедает периодически и это. А, я не того хилил. Ой. Ну, Убила. Так, у них есть хил. И да, так и... маленький, они сейчас половину меня оторвало от ульты. Ультой, Скай. Убит качан не качан.
Ой, чувак омоложение взял. Прям вообще красавчик. Прям чувствуется. Да, тройное омоложение. А, как хорошо. Ты сам словил кайф от этого, да? Да, что-то как-то прям вообще хорошо стало. Блин. А, это ты был? Ну, сорян. Я мёртвый. Мёртвый Илья, полезный Илья. Очень. Полезнее, чем живой. Тут и я живой, а что ты хочешь-то? Он хочет тебя нежно. Он хочет тебя небрежно. Я тоже можно взял. Хочешь петь, Илья? Я начну петь, а мы все этого не хотим. Остановите, остановите. Даже это еще хорошо. Идти надо выйти. Я в автобусе песню слышал, она меня заела теперь. О, я живу. Слушай, я тут походу убью сейчас больше всех. Это нормально? Блять, я не живу. Сколько ты? Хиль! А, точно. Что это за дикий хиль был? Сева, тут есть, короче, люди, которые хотят, чтобы ты пел. Не-не, никто не хочет, чтобы я пел. Даже ты сам. Вот хочешь. Если будет в чате 15 плюсов от разных людей, чтобы я запел, я запою. Но нет. Такой момент, что смотрят всего 3 человека. Из которых я один из них. И я тоже. Вот. Только что было 4. Блин. Наверное, книгершу ушли. Чёрт. Там Нигерш стримит, наверное, Нигерш ушли. Ой, не буду. О, уже 4. Илья, это ты пришел, что ли? Нет, опять 3. 4. 3-4, 3-4. Севе петь нельзя. 3-4, 3-4, да, так и прыгает. А, точно, я же не могу послушать твой звук. Сева, давай, сейчас. Короче, минута славы. Пой. Нет! И да, если он выпьет, он будет петь. Именно поэтому я не пью. И не пою, соответственно. Все просто, да? Так, кто-то... Где эта маленькая тварь? А, вот она. Мне нужен хиль. Тебя хилить надо еще, что ли? Ты чё, не самостоятельно? Тебе сустейна не хватает, что ли? Блин. Меня убили. Да чтоб ты сдох. Вот попроси, что у меня камень хила. Да. Сева, ты обязан спеть, тогда нам поставят лайк. Лайк это сильно, это просто у тебя трансляция в топ выведется. Если будет на ней 100 лайков. О, Кубик, а ты сможешь 100 поставить лайков? Сразу. Ну, понимаешь, проблема в том, что это вообще не моя трансляция, так что нафиг она не надо. А ты заряди свою с Блуджеком и шлюхами. Ну, я хотел, но просто у меня времени нет ее поставить. Причем я поставил, кстати, я поставил уже трансляцию. Вот, у меня стоит, у меня и ОБС, у меня просто звука нету, у меня Twitch говорит ошибка плейбека, плейбека точнее, и звук вылетает, так как звука нету. Смотри, у меня лучше, у меня больше всего время у цели, но почему не я лучше танк? Все-таки Кубик настаивает Сева, чтобы ты сотворил это. Попизм, я сказал, а не пойти ли мы тебя нахуй? Вот что я тебе могу сказать. Хорошая мелодия, да? Давай, Сева, может ты не за Сериса, а давай я похилю. Все хил мне не нравится, ты хуел? Я просто хочу похилить. Во. О, у нас это, зимняя ведьма. Танк, короче, который с нами был, он теперь, короче, за Иви.
И у нас берут. Слушай, интересно, а если я поставлю лайк на трансляцию, то что-то даст? Да, на народное признание и мое благодарство. О, нормально уже, и сразу же 4 лайка, так-то норм. Mm-hmm. Получается, это... И смотри, уже 5 просмотров. Смотри, их друг, будем потом спросить. Броку. Добавьте меня в друзья, ну и куда? Где? Да. Когда? Да, когда. Зачем тебе оно? Просто если трансляция залайкана, она выходит в топ этих трансляций. Ну, просто она появляется вообще хотя бы. Вот. И из-за этого на нее больше народу приходит. Проблемы с доступом Joy Casino? Ну да, вот. Вот. Видно, и... что за Joy-Casino? Ну, ты знаешь, это казино два топора. Вот, и Joy-Casino это предыдущий. Но если ты от платины выше добавим. Паладин сейчас? Ну, я точно не добавлю, потому что я ни с кем не играю. То есть, мне это как бы по барабану. А там ребята, если хотят. Если захотят, там уже выберут. А кто? А! А чё он ко мне в спину подошел вообще? Нельзя мне танками ходить. Стандартный фидер. Так, Илья, ты вообще хилить собираешься? Я не понимаю. Я тебя хилю пока, да. Конечно... И тут не только ты танк. Ой, походу меня пинают сзади. Сева, поставь щит сзади, сзади щит. Мультует Тайра. Не, щит в откате, алло. Ты думаешь, ты один, что ли? Хороший отмазал, да? Хил, да. И пока жив я, живешь и ты. Щиту 7 секунд, алло. Это много. КД? Да-да, у щита большой КД, я поэтому дальше, наверное, Хроноса возьму. Чё-то как-то потно. Вообще прям потно-потно. Хорошо, что никто мой геймплей не смотрит. Это ж вообще самый плод. Я не делаю абсолютно ничего. Платим, мы поем только за отдельную плату. Так что да, Илья, пой. Что идет-то? Я не пою. Меня сейчас убьют, меня сейчас убьют. Не убьют тебя, ну, по крайней мере, пока ты стоишь за щитом. И меня убили. Размочили. Я пытался убежать, но мне не получилось. На, у нас, вот я умер, вы оба танка сразу сдохли. Не, а у меня там вообще просажен был очень сильно. Я щит пытался держать, но у меня это не получилось.
блин, походу не дотащим. У нас там никого нету. Встаньте кто-нибудь на точку, Карл. Сдохните, твари. Так, омоложение. Второе. Куплено. О, да ты даже знаешь, что надо покупать. Я? Да. Ты чё? Не, я ошибся. Это, омоложение. Какое омоложение? Это вырывание жизни, да? Ты чё, играть что ли научился немножко? Что-то у Тайра из автомата пульт как игрушечный звучат. Шайтана мане. Шайтан пой. Я сначала прочитал Рамштайн. Давно не слушал Рамштайн? Щит какой-то, блин, он вообще не защищает. Ай, как больно-то! Пацаны, больно! Больно, 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 больно! Вы меня убили. Тебя глубоко вошли? Не, меня не... Хотел сказать, что меня не убили, но фигас два. Да, в меня тоже вошла Тайра. Я тебе, Рубик, ничего не должен, поэтому... А, особенно с матами. Он у нас нежная как... натура. Как я его тактично послал нахуй, да? Пацаны, больно! Шайтаном она. К Илье подошли сзади. Да, бывает такое, бывает. Ё-моё. О. Давай. Бля. А за донат? Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. На точке стою, ну блин, нереально стоять, пока ты умираешь. Ну вот в чем дело, там просто этого никто не контрит. Блин, Фернандо. Еще бы знать, где я живу. Даже Илья не знает, где я живу. Ну, я дислокацию знаю. Ой, дислокацию знает он. А-а-а. Ну, сам понимаешь, до нее долго. Угу. Того. Этого. Прям вообще долго-долго. Он все знает, ну да. Почему меня сзади жарят? Потому что меня тоже. Потому что Азина три топора. Что-то у них Лекс какой-то, он хоть вроде и злой, ай-яй. Спасибо. Ага. Ушел. О, я выжил. Хейтеров, короче, все любят, Рубик. Запомни это. Больше хейта богу хейта. Я чё, убил кого-то? Ни хрена себе. Не-не, тебе показалось. Не, я правда убил кого-то. Матершинников тоже все любят, тоже запомни это.
Идрись, как больно! Идрись, каким чудом вы тут все живете? Я не знаю, каким чудом я живу. Ой, я там, наверное, нахилил очень уже нормально так. Вдох, выдох, вдох, выдох. Один вдох, один вдох и все, воздох. А я я, кстати, не сдох. Сколько у тебя смертей, кстати, всего? 5. 5? Да. Почему? Когда ты сдох 2 раза без меня? Не, я там в один момент просто подойти не мог, меня Алекс вырезал сзади. Это что? Ты, Никита, постарался посмеять? Посмеять? Никита, ты царевна, посмеять. Кто вот эти гранаты огненные кидает? Это тварь. Я. Сева, ну подойди поближе туда. К точечке, ребятки, к точечке. Угу. Я спиной к ним стоять не хочу, вот вообще никак. Ай, меня убили. Лекс! В жопе, Лекс! Что, к тебе черные властелины подходят сзади? Да, которую зовут Тайра. Ты думаешь, меня это пугает? Пуганы! Все знаем уже. Ни хрена себе там, кстати, вот этот вот огонек вносит. Больно, оказывается. Я тут просто посмотрел. Вот именно по этой причине я играю не за танков, а за хилов. Потому что я танчить не умею. Не, ну у тебя почти получается. Бля, меня убили. А, бомж Василий, это Тимати, да? Я не знаю, о чем. У меня 666 кредитов. Он работает под прикрытием. Где? В Австралии? Было бы прикольно. Точно, покупать же можно. Офигеть, как я сейчас выжил. Я тоже тут примерно пытаюсь выживать, но как-то больно. Не всегда выходит. Он из Black Star. Так, Сева, живи, я рядышком. Я сдохший кого-то еще убил. Да, такое бывает. Не, я там просто гоню, кинул. А ты кем играешь? Тайры, Кейры, как это? Тайры. Хилом, что ли? Нет, дамаг. Мне надо сейчас из этого. А, вот, спасибо. Хил это прям вообще то, что нужно. Ну, бесит и какая разница. Нас не бесит, нам хорошо.
Интересно, какой рекорд поддержания дополнительного времени максимальный был? Да, было, кстати, прикольно. Ну, потому что у нас уже что-то очень прям долго. Бля, какое же мясо. Меня убили. Только посмотрите, не сдохните сейчас сами. О, защита. Да не, наоборот, выжили. Отлично. Нормально у меня кредитов. Я посмотрю, сколько я нахер. Всего лишь на одну покупку, что-то как-то мало. У них два третьих прижигания. У кого? У них? У них это, у Грока прижигание и у Фернандо. Чувак, Ниагара в сеть вошла. Лиза. Можно я? Нет, раз Ниагара, это Лиза? У меня голос лагает, или у вас голос лагает, или... У всех у нас голос лагает. У всех у нас Twitch лагает, да? А давайте точку захватим. Ну так, чисто вдруг, наверное, это будет классно. Давай по приколу. Да, это давай. Это будет, наверное, приятно. Она села словит 3. А! Ко мне пришел черепаха, я не могу вас хилить. Ну типа я пытался. Ну типа я очень пытался. У нас урона, походу, не хватает. Прям вот очень. А еще мы никто стоять не можем. Потому что хила не хватает. Хила-то хватает, если бы меня не вырезали. За мной черепа. Ну да. Поэтому сейчас я... А чем я и говорю, что хила не хватает. Так, я бегу. Живите. Ну вот, давайте так и продолжать. Больно, больно, больно. Давай, иди, удачи. Сзади Лекс. Шпикс. Хорош. Выступать. Все-таки победка. Это было потно. Mm-hmm. Но прикольно. Прям вообще пот во все уши. Сева, ну в ранкете такие игры в принципе стандартные. Этот чувак даже не знает, как тебя зовут или я. Ты уже только что спалил. Сколько я всосал? Я посмотри, сколько я всосал. 284 тысячи. Ты прикалываешь, насколько меньше я нахилил, чем... А чё так много? Прям как-то много. Чё много? Это, говоришь, нормальная катка в ранкеде? Да? Блин, да как бы чат так поставить, чтобы он не мешался? Ну, по сути... Нужно иметь байк рано. Аза-за-за-за. Два экрана — это удобно. Ну, в общем-то, как у меня и есть. Два экрана. Потому что у меня просто два компьютера сейчас. Ну, не суть. Угу. Так, ладно, вот так. Что-то мне как-то задолбало. Что, ты не пойдешь? В этот играть. Да пошли еще. Да ты ленил. Да зачем? Все, погнали. Ой, отменилось. А. Тебя теперь зовут Милья. Ой, что-то опять отменилось. Сева, ну, так ты идешь или нет?
Не, вообще я не хочу. Ой, опять отменилось. Сейчас почему отменилось? Никита, а ты что отменил? Я не отменял. Написано, ты покидаешь очередь. А, ну ладно, пошли. Изи. Палево. Рега. Можно вообще, знаешь, что? А, нет, наверное, нельзя. Пойду я спать, наверное. Блин. Ни хрена себе. Че? Фотки смотрю. Чекни. А, ты в Mass Effect не играл. Я даже лайк поставил. Я в Mass Effect не играл. Ты в Mass Effect играл? Да, только в третий. А, ну тогда ты должен вот это знать. У нас нет хила. Верни быстренько, посмотри. Хила, я возьму хила. Так как они Азари сделали, просто клёво. Ладно. Офигенно. Че? Прям вообще кайф. Сева, тебе предпоследняя фотка понравилась, да? И вторая, да? Мне понравилась... последняя вообще хороша, и четвертая. Вторая не очень. Не, четвертая прям вообще зашла. Только я не знаю... Прям по-хорошему. Чё? Говнище. Я смотрел четвертый. Четвертая хороша. Не надо тут. Ты хейтер. Коля хейтер. Уличный дэнсер. Ладно, давайте, удачи. Давай. Пойду я потихоньку поворачиваться. А Сева ушел от нас. Он ушел и не обещал вернуться. А, да. Так, у них нету хила, и танка нету. Ой, да тебя мясо. Теперь зовут Милья. Угу. А так. О, трипл. Ой, меня убили. Угу. Печалька. Так. Что-то тут вообще как-то по изи пошло. Мы их защемили. Дабл. Так, вилка сверху. Минус бак. Ой, больно. Хилку. Отлично. На тебе же висит. Ага. Упс. Ой, убили.
гибкие пальцы. Блин, а зачем я взял Хроноса-то? Мне же гибкость надо. Чё-то я затупил. Походу подумал, что я за вилку играю. У нас хил. А, у нас этот же есть еще. Дерево. А, да, дерево. Я хотел танка взять. Начал менять, а он взял только. Ой-ой-ой, как у меня мало хп. Ой-ой-ой-ой. Дрогос? Меня убил Дрогос? У них, в принципе, в центре сидит только Шали. Каким-то образом Шали выходит сейчас. А он ультует сейчас у них там. Блин, меня убил. Гровер сейчас к кому-то прилетит. Или нет? Блин, бесячий у них Шалин. Ауч. О, открыто достижение, Double Kill Diamonds. Сделал 400 двойных. А, меня Бак убил. У меня там было мало хп, что-то побежал. И я убил его. У них Бак на базу убежал хилиться. Сейчас бесполезно та была. Ну а наша линия убила. Это изи как-то пока что. Неудержимость. Победа. Ой, надо, наверное, передохнуть. Спать пойдешь? Или сериал смотреть? Да не, я не знаю, наверное, сериал посмотрю. А потом можно, в принципе, будет в Невер, как думаешь? А уже время сколько уже? Не знаю. 2 часа. А, ну 12:00. Блин, я за шаленцы пенал. Он мне и не куплен. Тот чувак, когда с ушелка там нас паял. Не знаю, но сейчас 5-4 смотрит. Так. Ну, нормально. Убивал. У меня скоро джин с 10 будет. 400 двойных убийств. Так. Ну-ка, а что там дальше? А, все. Больше двойных не надо делать. Че-че?
У меня вон общий прогресс 14160 из 15010. Я почти все ачивки сделал. Меня так лучше слышно, чем с наушников. Не знаю, ничего не изменилось. Достичь уровня 10 с 30 разными чемпионами. Со скольки? С 30. А чемпионов всего, знаешь, сколько? 33. Ты прикинь, такая ачивка. Сидеть. Хотя давай, может, еще каточку, наверное. Одну. Давай. Последнюю. Еще музычку подрублю. Участвовать. Досадно. Так, ты танк. Значит, я похилю. Дэл Дамба. Так, ну хорошо, у них нету Иви. А и танка у них не. А, танк есть. И хил тоже дамба. Надеюсь, я опять на мостиках не буду выталкивать. Ну как так, они между мостиком летят, но падают на мостик. Я помню, падал. Кстати, что это блюющая лягушка? Ей плохо. Да. По-моему, она сдохла. Ой, Кинесса, я думаю, она сейчас достанет 14-й у них. У нас Барик. 2003 года. Хреново. Да, хреново писать в нике свой год рождения. В 15 лет уже лысый. Лысый банан. Кошка руку кусает. Пойдешь даже Дирка смотреть? Ой, ну да, наверное. Надо будет еще перекусить разок. Там уже второй сезон. Ну, 4 серии вышло. Так, надеюсь, бак у них будет недоставучий. Интересно, какой у нас будет баг? У нас... Сейчас посмотрим. Ну, хрен знает. Может быть нормальный. Может быть. У меня есть одна халявная катка на эту, на Мэйв. Она у меня не куплена, но есть халявная катка на нее. Я потом в соло сыграю, чтобы катку тебе не портить. Хочу и попробовать. Так, у них бак обходит с фланга. Ты там живешь пока, да? Я просто пока от бака отбиваюсь. Нет.
Сева ушел, как-то все погрустнело. Ну да, немножко. Ой, Бак опять за мной прибежал. И убежал. Я тебя хилю. Бак, ну серьезно, он это не это делал. Ай, убил меня, урод. С третьей попытки. И да, ты живешь. Ой, вот бы сейчас тебе до ульты дотянуть и ультануть. И ульта есть, но ты умер. Печально, они забрали точку. У меня ульта есть еще. А, ну толку нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Только если на сбивание. Это чё, а сзади? Это ты назад отойди. Блин, тут эти чёртовы гранаты. Медляющие. Ой, фига у меня сейчас моя эта колба скакала, отскакивала от всего, рикошетила. Инесса, ты не в тот район зашла. Арика надо добить. Я сейчас, прикинь, даже не только тебя хилю. Ты куда там убежал вообще? Да я тут. Хиллера их не убил, снайпер их покосывал. Так, побегал что-то. Угу. Логу снайпер прибил. Надо шесть хиллера. Снайпер у них я прибил. Сюда эти хилим. Ой, на меня этот пролетел. Мелкий гаденыш. И убил меня. Блин, я лужу. Я иду. Угу. Смотри, у меня эта моя грена лежит невзорванная. Лежит? Смотри, во-во, лежит, видишь? Кьюшка моя. Нет. Колба, вот она тут лежит. Лежала только что.
Стой, на точь. Вот видишь, тебя даже танк притягивает их. Метан сбивает мое бадание. Блин, хотел выкинуть, а он бордюрчик. Сейчас ультанул. Так уже всех убили там. Почти добил Дака. Ну там кто-то в спину наш всаживает, нашел. Так, маска 4 чела. У тебя? Бак мне в спину будет заходить пытаться. Стой на точке. Матуа. Ультанул. Не, местная пришла. Это я сам туда забирал. Интересно, если больше народ будет стоять, быстрее будет набираться. А я вот тоже над этим, кстати, задумывался, но мне кажется, нет. Да нет, не совсем. Они у нас в первом раунде. Неплохо так. Вообще его не спалил никто, он там спалил. Нам. О, больше меня нахилили. Ну и
Ну, да, их не мог там чуть побольше, типа. Так, ну ладно, думаю, на сегодня хватит. Ну да, до завтра. Да, завтра продолжим. Завтра тоже стримим?